стоит. Учить стоит, и запрещать рекламу стоит, все надо. И вообще вот санатории открывать, людей лечить от компьютера. Потому что эти привязанности, это, во-первых, это разобщение людей, им кажется, что мы общаемся. А сколько вот этих встреч по компьютеру, женско-мужских и прочих, и расставаний со слезами, самоубийства. Нет, это не годится. Селфи? Да нет, 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 это вообще, это я не понимаю вообще, это тупость. Потом это появляется, потом тогда пойдет онанизм еще. Ну и что? Нет, да не, ну я даже об этом говорить не хочу. Лечить надо людей. В Китае по 2000 человек в санатории, их учат рисовать, нормально читать, нормально двигаться, физкультура. Физкультура нужна, нет физкультуры.